У нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности. И всем привет, с вами Галактики. Мы продолжаем играть в Метро Исход. И, как Артём сказал, сегодня у нас неплохая возможность получше разведать окрестности. Поэтому этим сегодня и займемся. Продолжим этим заниматься, потому что мы этим и занимаемся уже последние пару серий, по-моему. Сегодня, я думаю, было бы неплохо сходить за Мишкой. Кажется, но только кажется, наверное, что он тут вроде бы недалеко. Там явно засели бандиты. Я не уверен, что сейчас... я все же не уверен, что сейчас имеет смысл к ним туда идти. Причем... бандиты же были. Бандиты. Мы слушали их разговоры. Это были бандиты. Не будем к ним соваться лишний раз пока что. Мы к ним придем, наверное, попозже немножко. Может быть, нам нужно будет здесь что-то сделать в дальнейшем, да? Ну, а пока давайте отправимся... Кажется мне, что мне где-то в эту сторону ближе. Красиво здесь, однако. Эти заборы родные и любимые. Так. Что у нас есть где-то оптика? Нету нигде. Я нигде оптику не ставил. Вот это вот максимальное приближение. Тоже там кто-то сидит. И тоже наверняка мужики недобрые. Так. Поглядим. Здесь как раз какая-то точка интереса. Явно мужики здесь недобрые. Но тут, походу, и нет никого. Оп, тихо. Тихо, кто там был? Заяц, тьфу ты. И там я сейчас кого-то видел. Или мне показалось? По-моему, я рано переживать начал. По-моему, здесь просто точка... для крафта у нас. Очередная нычка этого креста. Печечку зажжем, чтоб теплее было. Так, да, крафтовый этот есть. Тут где-то... Вот. Помню, что на этой штуке всегда лампа была. Проверим, что у нас там по оружию, это я уже не помню. У нас есть... Да, контроллер заряда аккумуляторов. Электронная схема в составе зарядного устройства, предназначенная для управления процессом зарядки аккумулятора, повышает эффективность процесса зарядки и увеличивает долговечность батарей. Это вполне неплохо, по-моему. Кто-то тут у нас ходит прямо рядом. Сейчас мы выйдем, я чувствую, и нам как вломят. Что у нас по апгрейдам здесь? Может поставить оптику все-таки, чтобы хоть где-то была у меня оптика. Ну, давайте попробуем. Здесь я поставлю такой вот прицел. Пусть будет, почему нет, разницы никакой. Хуже точно не будет от этого. Все, порядок. У нас аптечек вроде бы хватает. Давайте попробуем теперь выйти. Ушли. И вышли кролики. Заберемся наверх, поглядим, осмотримся. Я печку зажег, да, дымок пошел.
Так. Сюда бы глушитель бы еще. Было бы замечательно. Ну да ладно. У нас есть вот это вот довольно неплохое орудие. И где-то рядом мишка уже, по идее. Самый ценный мишка, да? Многие смеялись, что, мол, тут конец света, все дела. А мы за мишкой. Быстро накачали. Так, я думаю, что вот тут можно будет перебраться. Красивый сегодня день такой. Хорошо здесь. Замерзшие. Участок был. Так, надо вот этого сейчас еще тоже грохнуть, чтобы он нам не мешал. Так. Этот уходит. И правильное решение. Очень даже. Вон, по-моему, мишка был. А, нет, это не мишка. Это чья-то ножишка. Это тоже на мишку не похоже. Ой, ой, что это такое? А, это, слушайте, да? Правильно? Нет, это какой-то глюк был только что у меня. Я уж подумал было, так, тут закрыто. Я уж подумал было, что на какую-то клавишу я нажал, и на мышке у меня сбоку там сколько, 5. Сейчас стоит 6 клавиш, по-моему. Что-то такое. Подумал, случайно на нее нажал, и какая-то из этих клавиш, ну, они у меня подвязаны к нумпаду. И думал, может быть, за такой вот разворот влияет. Нет, это просто какой-то глюк у меня с мышечкой только что был. Так, ну и как мне сюда попасть? А, вон же, тьфу-то, я не увидел сразу замка этого маленького. Слепенький, слепенький Антоша. Тоже. Хорошо. Что-то интересное мы нашли. Я даже не знаю, что это такое может быть, но что-то явно интересное. Там вижу кого-то, можно лутануть. Оп, тихо. Выныривай. Хорошо. Да что это такое? У меня какая-то как будто бы клавиша залипает или что? Вроде ничего такого нету. Раньше не было никаких таких багов с резким разворотом. Что за дела? Так. Где мишку-то искать? Правильно, мы же на месте. Ага. Ага. Я понял. Вот где мишку искать. Давайте попробуем где-нибудь, может, тут забраться. Какое место интересное. Что это было? Ага, вот что это было.
Кажется, у нас тут битва с боссом намечается. Или что-то подобное. Интересно, я смогу по стелсу подойти и с дробовика настрелять по нему? По самое не могу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это мне не понравилось. Блин, провалюсь сейчас по-любому где-то. Это же закон подлости. Закон геймдизайна. Вот это что такое было? Как это работает и почему? Почему это? У кого-то такое бывает или только у меня так? Сейчас, секунду. Надо что-то попробовать сделать. Ну, посмотрим. Может, так будет нормально. Так, тут возьму-ка я дробовик. Кто-то кушает. А, все. Тю. А я-то переживал. Я тут боялся, думал, сейчас будет что-то ужасное. Вот это медведь. Два выстрела. Ну да. Так, давайте теперь осматриваться. Может, что тут подобрать можно будет? Может, улучшения какие? Еще так, тихо, лестница. Подожди. О. Вот это вот все мы разберем. Это к тому безопасному месту можно будет спуститься, в котором мы были. Но нужно ли мне это сейчас? Я не уверен. Я бы пошел бы еще, побродил бы тут по окрестностям, потому что что-то интересное. Вот здесь вот есть там бандиты, походу. Очередные сидят. А с другой стороны, интересно посмотреть, что за улучшение я раздобыл. Ну, мы в любом случае это посмотрим, рано или поздно, да? А чё? Да ты вот это вот... Уметь же ж так, ну. Надо удостовериться, что это бандиты. А то всех подряд убивать как-то не очень хочется. Тут у нас вариант только один, да? Плюс грибочки пособирать тоже будет полезно. Я думаю. Да я понял, что здесь слишком фонит. Все, уже не слишком фонит. А, местные жители. Так. Фонарь у меня выключен, выключен, чтобы наверняка. Электрический. Сам Люцифер забывает. Ох, твою ж, кто здесь? Чужак, еретик. Тише, тише, мужики. Ты с того поезда, да? Да. Ну, здравствуй, браток. Здоров будь. Добрый день. Вы, видать, с продвинутого места. Ишь, какие штуки на тебе. Тьфу, бесовщина. Ха. Во, видишь, сын, нормальный человек, с ухождением, и нечего так нервничать. Вы уж я это, выключу. На место зла не держи. Ну чё его слышно выключать? Плохо. Пусть играет! Грех ведь, батя! Даже еретик вон понимает. Боже, это... Вы уж это, на местных зла не держите. Чужаки просто в последнее время нападают, короче, часто, вот они и обозлились. Ну и Силантий все мозги прокомпостировал. Грех, батенька! Вот видишь, сынуля мой, тут если Силантий не слушаешь, житья не будет.
Слыхал, крест к вам прибился, это хорошо. Толковый он мужик. Пропади, жалко было бы. Но да такой не пропадет. И что Катьку с Малой забрали, тоже вам спасибо. Стыдобата с ними получилось. Я бы сам напросился. А что, стрелять умею. Тут после войны сначала такая жизнь была, что то кино про ковбоев. Да только сын тут у меня. Сома-поклонник по мамкиной дурости. Ну и понятно, отсюда ни в какую. А без меня и тут пропадет дурачина. Вот ты что такое кино, знаешь-то? Слыхал хоть? Грех, батенька! Общину позорите! Да перед кем? Еретик он! Вот заладил. Грех, грех. Головой думать надо. Видишь как, так и живем. Ну, парень, ты иди, пожалуй. А то и вправду увидят, да. Кто донесут. Ну и не поминай лихом. Очень интересный момент был. И то, что у них реакция есть на то, что я ради... Да я кресту за батарейки знаешь, сколько отдал? Да я тебя... Во-первых, грех. Во-вторых, вы этой своей бесовщиной еретика накликали. Слава рыбе, мирный оказался. Больше так не свезет, небось. Ну и в-третьих, не дай бог донесут. Тогда и вам, и мне не сдобровать. Пойдемте-ка домой. И про все это забудем. И что еретика видели, и про технику бесовскую эту. Будто и не было ничего. Ладно, пойдем. Вы мне, батя, обещаете, что больше никаких глупостей. Не подставляйте меня. А я вам с Ленкой в следующем году внуков заделаю. Только вы смотрите им голову, не забивайте техникой этой. Грех. Ну здорово. Вообще, на самом деле, не ожидал, что будет у них реакция на то, что я выключу радио, говорю, магнитофон, да? Просто мне аукцион не сильно нравится, было бы кино. И вообще, мне кажется, что тут две песни всего только на всю игру будет. Может, на других локациях будет другая какая-то музыка. Но аукцион этот уже мы третий раз слушаем, и я его решил выключить, чтобы он не мешал диалогу нашему. А тут... Вот так вот. Ну, круто было, реально. Моменты вот такие, с такой вот местами проработкой меня очень радуют. Давайте мы сделаем немного себе фильтров еще. Патронов к дробовику тоже сделаем. Всего остального пока и не надо. Давайте посмотрим, что здесь. Детектор металла. Прибор, изначально предназначенный для разведки залежей полезных ископаемых, был перенастроен на поиски небольших количеств металла и не реагирует на кучу ржавого железа, разбросанного повсюду после войны, благодаря чему очень полезен при поиске ресурсов для крафта. Круто. Мне нравится, что... подождите. Только хотел сказать, что мне нравится, что у нас все вот это вместе будет работать... Да не тут-то было. Тут или детектор металла, или компас. Но компасом я этим не пользуюсь, я карту всегда открываю. А детектор металла, может быть, и будет полезный. Хотя тоже, пока что полезность его весьма сомнительна. Окей. О, так. Вы же домой собирались, нет? Ну ладно. Я пойду дальше. Пробуем как-то этой стороной обойти. Я не думаю, что у нас здесь будет еще одно какое-то улучшение рядышком, так близко, да? Я думаю, что не стали бы прятать практически в одном месте два апгрейда. Поэтому пойдем попробуем себе дальше как-то. И куда мы будем двигать? Угу. А у нас вот там вот еще островок маленький есть, до которого я так и не добрался. Ну ладно, выходим, а там посмотрим, куда мы будем двигать.
Тут сейчас еще нападут какие-то звери дикие на нас. Так, там мы не запрыгнем. Пойдем сразу быстренько в вагон запрыгнем там. Давай. Оп. Соскучились по гулям? Я чё-то нет. Тихо. Давай. Ну запрыгни, ну. Черт. У них какая-то великая миграция, по-моему. Не будем им мешать. Посмотрим, что здесь. Вообще как-то странно выглядят, да, вот эти вот разожженные огни в таких довольно безлюдных местах, наполненных монстрами. Как будто бы только кто-то зажег эту бочку. Или что там горело. Там уже виднеются какие-то человеческие укрепления. Пойдем туда. Никого вроде бы не сагрили. Хорошо, можно сейчас немножко зайти вот в кусты и посмотреть на карту. Ага, у нас там какое-то место интересное. Мы туда пойдем обязательно. Минимум 5 штук. О, это какой-то серьезный. Там летающая тварь еще есть. Эх, никакого лута. Но будем надеяться, что здесь, может, что интересное будет. Ох, тут еще сильнее фон. По-моему, пора лечиться. Я ж полечился только что, ну. Ну, какое-то сомнительное место было только что. Может, я, конечно, что-то там пропустил, но мне там не нравится определенно. Креветки проклятые. Ненавижу их. Мне интересно дальше в других локациях. Тоже донимать меня кто-то будет по типу этих креветок. Постоянно. Так. Вроде как будто бы и никого нет.
я уже кого-то слышу. Туда мы вроде попасть никак не можем, да? Там лестницы вроде не видно никакой. Это место сомнительное такое. А, вот здесь, да? Вот это вот что-то большое, интересное, где много летающих тварей. Оп. Удивительно. Это помечено была вот эта вот безопасная зона, скорее всего. Скорее всего. Так. По-моему, пора уже ремонтировать. Да. Как же быстро тут все ломается. Ну, вроде бы материалов находим довольно много, и запас у нас есть. Всяких разных материалов для крафта, и патроны есть, из чего покрафтить. Так, ну хорошо, нам пока что на вот этот вот завод не надо. Или что это там такое? Мы пойдем в сторону тех мест, куда нам надо. Ну давайте пойдем. Мы тут рядышком совсем, оказывается. И лодка с этой стороны, повезло. Куда же без креветок-то, да, в наши дни? Ладно, поплыли. Нам тут чуть-чуть перебраться на ту сторону и все. Вот, уже собрали сплевать в меня. А, это тоже безопасная зона. Отлично. Ничего больше интересного нет, но хорошо. Выходим. Этот так и не понял, где я. Все, пацанчик, твоя взяла! Ты сдаешься? Ты сюда залез, чтобы сдаться? Всё, бля, хватит с меня! Сдаю!
А, вы тут так вот даже лазить умеете. Прикольно. Ну? Ух ты, ёлки-палки. Ой-ой-ой, пора. Пора сваливать. Давай. Еще. Так, ну кажется, мы и соседнюю локацию тут где-то зачистили. Фух. Страшные твари. Мрут, конечно. Как мухи. Больше сможем, наверное, носить метательного всякого разного хлама, которым я не пользуюсь. Так, хорошо, еще один апгрейдик нашли. Кем-то там тоже, походу, завтракают. Так, мы стреляли в ту сторону. Вот эти ребята. Ой-ой-ой. Все разбираем. Угу. Это было... А, это типа бандитское логово у нас тогда отмечается. Ну, было бы... Стоп. У нас же здесь была метка большая. Хм. Ладно. Раз такие дела, давайте мы осмотрим... все локации, и потом уже пойдем куда-то дальше по сюжету. О, это мелких этих. Вот там где-то, да? Гнездо. Вот их почему-то мне не нравятся, гнезда. Там целая куча креветок. Блин, и не добраться туда никак, только на лодке. А мне так на лодку не хочется. Ну ладно. Тут-то и плыть вроде недалеко, но... О. Тут же ж только на лодку садишься, сразу креветок. Движ появляется. Плюют. А мы с лодки, когда плывем, да, стрелять не можем ничего. Только и терпеть остается. Ой-ой-ой. Куда-то я рванул не туда немного. Ладно, давай, поплыли. Может быть, мы сможем как-нибудь быстро туда добраться. Отстань. Ну, чего ты застрял? Давай. Давай, уколи себя чем-нибудь. Уколи, говорю. Давай. И греби быстрее. Ой, греби быстрее. Хорошо, промазала. Креветка гадская. Сейчас к нам придет в гости. Ну как ты, куда ты?
Ну, кстати, это план. Чтобы патроны на них не тратить. О, еще одна. И сразу... Нам уже плохо. О. Но этих мужиков мы не будем трогать. Техноборцы явно будут пытаться с нами бороться. Прям перед нами креветка. Так. Надо потом как-то на разворот идти, чтобы можно было... по-быстренькому добраться до суши на ту сторону. Задолбали. Заметку мы нашли. Давай, давай, давай. Сейчас мы посмотрим обязательно заметку. Ну, походу, да. Походу, ради заметки мы сюда и плыли. Давай, 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 давай. Ну... Трата аптечек просто такая громадная из этих креветок. А, все, закончились уже. Аптечки, давай, давай. Беги, Тёма, беги. Отлично. Так, сюда они за мной. О, там мелких целая куча. Надо аптечек себе сделать. Только Антоша начал говорить, что да, вроде все же хорошо, там по материалам хватает всего. А не тут-то было. Химия наша вся закончилась. И, блин, это грустно. И реально, да, не в бою я в основном-то трачу, а вот из-за этих креветок, из-за заплывов. На аптечке все уходит и... Из-за радиации где-нибудь, да, тоже много уходит. Какие мерзкие твари. Подходит. Креветки, наверное, очередные. И опять мы в радиацию зашли. Давай. Быстрее. Быстрее лутаем и уходим. Немного лутанули и ушли. Хорошо. Да не, снимай. Так, хорошо. Что у нас дальше по плану? Это место мы тоже осмотрели. У нас есть два незачищенных гнезда вот этих мелких тварей. Но на них я, наверное, пока что отвлекаться не буду. Тут я вижу креветку очередную. Но она мне как-то совсем не интересна. О, вот это безопасная зона была. Так, еще одна заметка. Давайте сейчас как раз почитаем все это дело.
Так, это у нас escape и находки. Дневник. Дневник. Что из этого новое было, я, если честно, не знаю. Наверное, какие-то вот эти. У нас раз, два, три, четыре, пять записок еще осталось на Волге найти. А, да, старые записки ребята просили показать. Вот в Москве то, что у нас было. То, что я нашел до того, как начал видео записывать. Тут дурацкая система с записками такая, что... Если ты начал первую игру, собрал записку, начал новую игру, этой записки ты уже не найдешь, она у тебя уже записана. И это просто... Кто такое вообще придумал? Зачем? Я не понимаю. Где в этом логика? Мне не понять. Ну и дурацкая система с одним сейвом. Начать игру новую можно, только удалив старую. Это тоже просто дичь какая-то. Ладно. Посмотрели, поиграли с записками. У нас там было, по-моему, новое улучшение какое-то. Ну, как я понимаю, на количество переносимого... Угу, для метательного оружия. Нет, мне вот это нравится. Я метал метательным не пользуюсь. Даже гранату ни одну не кинул еще ни разу. Ни коктейль Молотова, ничего. Кто там ходит? Кто там ходит, а? Ладно, врываемся. Веткин один остался. Так. Хорошо. Побежали. На него я патроны тратить не буду. Блин, надо было оружие почистить, наверное. Птичка прилетела. Разбудили мы. Птенца, кажись. Ну, он с креветкой там, по-моему, воюет. Да, вот это и вот та зона, это у нас... Ух ты, елки-палки. Те две зоны, это у нас логово гнезда этих мелких тварей, которые не очень интересны. Вот этих вот мелких, да. Идем быстрее в здание. Устал Артемка, не может уже бежать никак. Все, передохнул чутка. Давай, давай, все, все, все. Тишина и порядок. Давайте теперь посмотрим внимательно на карту и куда я хочу пойти. В идеале, конечно, пойти бы вот прямо туда, на вот ту метку. Но, наверное, эту метку мы оставим уже на следующую серию. Мы сегодня большую часть карты уже досмотрели. Нам осталось буквально пару точек интереса. Ну, мы, может быть, не все, конечно, нашли их, да? В бинокль рассмотрели, может, где-то какие-то пропустили, но... В следующей серии мы посмотрим, что у нас вот там на юге. И как раз по той стороне пойдем в этот терминал, видать, да? Вот. И в терминале у нас там нычка должна быть. Я предполагаю, о которой нам говорили. Где-то комната, от которой у нас ключ есть. Так, ну хорошо, давайте включим здесь свет. И прям на свечку рюкзак кинул, ну. А оружие починить-то никак уже. Блин, я лучше сделаю пару аптечек.
оружием буду поломанным пользоваться. Ну да, у него урон чуть меньше, точность чуть ниже. А надо ли вообще чинить тот же дробовик? Я даже не знаю. Вот эту штуку я бы, может быть, и починил. Вот так вот хотя бы. Ну да, я думаю, что на этом мы пока что серию закончим. И в следующей серии мы обязательно продолжим. А пока что всем спасибо за просмотр. И пока.